В общем, ребят, сейчас уже немножко подустал, надо будет спать. Смотри, крепость готова. Вдоль всех стен у меня будут сундуки. Видишь, у меня уже сколько сундуков. Сундуки надписаны. Это у меня как лаборатория будет для колдовства, для всяческих там действий. Значит, смотри, булыжник. Мы его сейчас берем в инвентарь, но не так много. И вот что я хочу. Давай вот для приличия сделаем вот. А, надо лопатку взять. Обязательно. В обязательном порядке. Лопатку ищем. Где она, душа моя? Вот она, моя лопатка. Бессменная. Лазерная. Лузерная. Так, здесь вычесываем. Вот так вычесываем. И кладем здесь булыжником. Хотя, знаешь, что можно сделать? Тут вытворить. Подожди. Ты знаешь, что можно вытворить? Здесь можно уже лестницу вытворить. Прямо. Давай так и сделаем. Значит, смотри. Так. 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 А, вот тут бачок, 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 бачок. Бачок некрасиво. Смотри. Сейчас мы этот бачок заложим. Вот так. Это все бачок. Вот этот бачок. И вот здесь бачок. Так будет красиво. Все. Теперь мастим лестницу. Мастим лестницу. И здесь идем. Блин, подожди. Я хотел лопатой. Так. 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 И еще лопатой немножко. Тут как у нас? Земельку возьмем. Сколько у нас тут все-таки земля кругом. Как сказано, в особенностях национальной рыбалки. А тут кругом земля. Крышка. И лестница у нас будет шикарная. Прекрасная. Потому что как мы ее продолжим дальше, я не знаю. Во. Вот так. Так. Сейчас посмотрим. Ну, в принципе, вот как-то, каким-то таким образом, ладно. Давай сейчас мы усердствовать особо не будем. Так, слегка. Во. И вот смотри, сейчас. Подожди. Оно что, не встает сюда? А, оно сюда не встает, что ли? А, встает. Повесим три. Вот так. Все, теперь срубаем. Все.